Президент Садыр Джапаров подписал указ о внесении изменений в указ президента Кыргызской республики о национальных проектах, реализация которых имеет стратегически важное значение для страны. В целях поддержки инвестиционных проектов, направленных на строительство стратегических инфраструктурных объектов для сферы государственного управления или развития экономики, финансируемых полностью или частично из государственного бюджета, а также путем предоставления государственных активов, в качестве вклада постановляется внести в указ президента следующие изменения. Абзац 5 пункта 1 изложить в следующей редакции. Проекты государственного значения – это проекты, направленные на строительство стратегических инфраструктурных объектов для сферы государственного управления или развития экономики, финансируемые полностью или частично из госбюджета, а также путем предоставления государственных активов в качестве вклада. Второе. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции. Государственные органы в целях реализации национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения будут использовать комплексный подход государственной поддержки, базирующийся на поручительстве, инфраструктурной, фискальной и административной поддержке, а также преференциальные условия для региональных проектов. Третье. Для оказания государственной поддержки, а также координации и сопровождения каждого инициатора Кабинету министров поручено разработать и принять регламент о порядке отбора национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения, утвердить их перечень с закреплением государственных органов и их ответственных должностных лиц, утвердить перечень кураторов из числа заместителей руководителя государственных органов, внести в Налоговый кодекс соответствующие изменения, внести в Земельный кодекс Кыргызской Республики соответствующие изменения в части предоставления земель на безвозмездной основе и без уплаты возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства на земельных участках, предусмотренных под освоение для реализации национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения. Кабинету министров в трехмесячный срок привести свои решения в соответствии с настоящим указом. Указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.